Крем-шоу. Пусть день будет добрым. Итак, друзья мои, продолжаем двигаться дальше. И прямо сейчас, как и обещал, у нас СМС-интерактив. И победитель этого СМС-интерактива получает подарок от Минского городского управления МЧС и журнала «Юный спасатель». В подарок у нас будет плед туристический. То есть можете использовать его где-нибудь за пределами нашего города. Итак, хочу вам напомнить, что в период с 12 по 24 октября в республике проходит акция «Молодежь за безопасность». Активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных мест с работниками МЧС посещают социальные приюты и дома-интернаты, общеобразовательное учреждение. Закончится акция 24 октября большим мероприятием в торговом центре Е-Сити на улице Денисовской. Здесь все желающие смогут познакомиться с аварийно-спасательной техникой пожарных, а также принять участие в конкурсах, викторинах, развлекательной программе и смогут посмотреть праздничный концерт с участием звезд белорусской эстрады. Вот такие вот замечательные события будут происходить, а в эфире вы должны будете ответить на следующий вопрос. Назовите, пожалуйста, друзья мои, во-первых, не назовите, а расшифруйте аббревиатуру БМООСП. Как же она расшифровывается, присылайте прямо сейчас на номер 104.6. Первый вариант – белорусская молодежная общественная организация спасателей пожарных. Второй вариант – белорусское массовое объединение ответственных спасателей пожарных. И третий вариант – Брестское молодежное общество объединенных сил пожарных. Можно прислать либо цифру 1, либо цифру 2, либо цифру 3. Как же расшифровывается эта аббревиатура? БМООСП. В общем, ребятушки, прямо сейчас пишите свои верные ответы на номер 104.6. Тот из вас, кто окажется первым, тот и заберет наш подарок. Вместе с ветром залетает в окно. Только радость дом приносит оно для друзей. Радио Бирей. Итак, дорогие друзья, пришло время подвести итоги нашей занимательной викторины. Напоминаю, что победитель получает подарок от Минского городского управления МЧС и журнала «Юный спасатель». Подарок – это туристический плед. Я вас спрашивал, как же расшифровывается аббревиатура БМООСП. Ну, конечно же, Белорусская молодежная общественная организация спасателей пожарных. Поздравляю победителя, абонента, чьи последние цифры номера звучат как 1109. Вы оказались самым стремительным, вам и достается этот замечательный подарок. Ну, а я на этом с вами буду прощаться, друзья мои. Буду всем желать хорошего, доброго завершения рабочего дня, ну и, конечно же, легкой и непринужденной дороги домой. Скоро здесь в студии появится мой коллега Герман Быстров, а чуть позже вечером появится очаровательная, несравненная Екатерина Бардо, чтобы поведать о какой-нибудь взрослой, может быть, слегка пикантной теме. Но это не важно. Главное, чтобы вы этот вечер провели вместе с радио BA, чего вам, собственно говоря, и желаю. Всем удачи, хорошего настроения. Услышимся уже завтра в 11:00. Всем пока.